Гамиш Ахбанов, игрок сборной России. Привет, поздравляю. 3-0 вели уверенно, 3-2. Что случилось? Почему удалось им забить два таких гола? Мы отошли от своего футбола, отдали инициативу, начали играть вторым номером. Вот за этим и последовали пропущенные голы. Но смогли устоять, удержать счет. Как играть при такой толпе болельщиков? Слышали ли вообще наших болельщиков? Наши болельщики у нас в сердцах, но все равно было их слышно. Спасибо всем, кто нас поддерживал на стадионе и вне него, вне его. Кто был дома, им привет, всем салам. Спасибо большое. В какой-то момент вы остались втроем. Не подумал, что все, это конец, грекам удастся взять верх? Блин, таких мыслей не было, конечно. Мы верим в свою победу всегда, неважно, сколько нас на поле. Тем более, когда на последнем рубеже у нас такой вратарь Денис Корчиков, наша стена. Тебе удалось забить два гола, один, правда, у тебя отобрали, скажем так. Расскажи, почему не удавалось забить, что случилось? Может быть, тебе кто-то что-то сказал, и ты вот окрыленный побежал? Нет, ну как бывает, не забиваешь, а потом в самый нужный момент, бац, и взрываешься. Забил тогда, когда нужно было. Спасибо большое, тогда тебе желаю, чтобы в следующем матче нужно было тебе забить, и ты забил еще больше. Спасибо, всем спасибо. Можешь хочешь сказать что-нибудь болельщикам своим? Я хочу передать привет своей семье, салам, маме, папе. Спасибо, что вы рядом. Спасибо большое, спасибо.